одиночество. Каждый человек ощущает его по-своему. В пустой квартире, в ожидании перемен и даже в толпе людей. Но едва уловимой поступью всегда рядом идет он, вечный и всемогущий. Любовью Бог побуждает своих детей дарить милосердие нуждающимся. Через них Он приходит в дом, объединяя вокруг Слово, раскрывает творческие способности и таланты, звучит песней хвалы в сердцах, прославляет свое имя в общении. Люди в колясках, они были самые нуждающиеся. Эти люди, которые никогда не могли выйти из домов. Эти люди, которые постоянно сидели или лежали на своих диванах, кроватях. Это люди, которые кроме окошечка и пару птичек в окошечках, или если там на первых этажах могли еще людей видеть, а если жили на верхних этажах, то только кусочек неба, кусочек дерева в лучшем случае и пение птиц. Все, вот это все их не была панорама, которую они видели. Служение «Ты не один» началось в 1996 году с опеки четырех инвалидов. Разносили подарунки по квартирах, вы бачите их немощных, и Господь сказал церкви Духом Святым, що це ваша праця. І ми загорілися. І от мені допомагати почали то як морально, так фізично. Бо мені треба було і в лікарню от поїхати, і все таке. Сейчас в служении более 300 человек. И из них около 160 колясочники, 59 детей-инвалидов. Ежемесячные встречи посещают более 100 человек. Слово Божье находит отклик в сердцах инвалидов, и они сами принимают активное участие в собраниях, славят Господа сольным и хоровым пением, свидетельствуют о новой жизни с Господом, а также посещают другие церкви. Многие из них изучают Библию в группах, занимаются в кружке рукоделия. Но я вижу по лицам, что люди получают наслаждение именно от серии 2.7, и люди меняются от группы. В церкви организовано индивидуальное шествие и посещение на дому, раздача гуманитарной помощи и памперсов. И одежда была еще та, многие ходили в шароварах советского времени, там кто что у кого мама пошила. Редко у кого кто мог купить, но это я касаюсь лежачих, тяжелых больных. Важный элемент служения – транспортное обеспечение посещений собраний и встреч, а также ремонт инвалидных колясок. В 2004 году Господь благословил нас пансионатом. Это бывший пионерский лагерь, где теперь каждое лето могут отдыхать инвалиды. За 5 летних сезонов в пансионате отдохнуло 466 инвалидов, 129 детей-инвалидов и 209 членов их семей. Меня зовут Алексей Дунаев. Я здесь уже отдыхаю третий раз. Для меня благословение лагерь. Я здесь вижу Божью любовь, милосердие. Я здесь питаюсь действительно духовно. Беру для себя богатые духовные уроки. Я в заключение хочу сказать, все слава Господу. Этим летом мы планируем по Божьей милости провести 5 заездов. 2 для детей-инвалидов, а также для молодых инвалидов, старших и семей инвалидов. Служение приносит свои плоды. На сегодняшний день более 120 инвалидов и членов их семей примирились и заключили завет с Господом. Ты общаешься с людьми, видишь, как они растут, на себя смотришь. Але Бог це дає, бо я, щоб я без Бога, то я б не був би до цього часу.
Але як Бог поміняв мене, як змінив мої погляди, моє життя. Я зараз радуюся цьому всьому і славлю Його. Інваліди, щоб вижити, щоб жити на цій землі, вони повинні бути важними і нужними кому-то. Мы нуждаемся в вашей поддержке и приглашаем вас к сотрудничеству.